И всем привет, с вами Зиказак, и сегодня я буду играть в Stig War Legacy. И извините, я немного приболел, но все равно я видео буду снимать. Так, мы продолжаем играть в нее. Мы остановились на Убимагов. Давай загружай. Убимаги. Это страна правых чародеев, которые могут заклинаниями оглушать пехоту и призывать себе на помощь войска. Что же это убивает? Надо кучу добыть ресурсов. Наверное, магов издалека надо бить. Он же только оглушает, то есть он не пуляется ничем. С лучников надо вспомнить. Так. Армия собирать. Ой, мне надо шахтер там побывать. Ой, уже один убимаг заспавнился. Оп. Так, собираем армию. Вон он маг. Да, он ничем не пуляется. Ой! Вот это прикольно, сука, было. Продамаживают так нехило нас. Так я пойду шахтеров убивать. Сегодня может быть очень длинная серия выйдет. Ой, маг уже один. Всё, теперь мага нет. И шахтеров нету. Че, голову попасть? Всё. В середине. Ой, в голову. Я в голову моему не могу попасть. Эй, ты кто такой, а? Ну пошел вон. Ой, в голову попал. Ну они в атаку пошли. А, не, они пошли в атаку. Ой. Ой, они в атаку пошли. А, жесть! Ну, мы с ним очень быстро справимся. У нас очень много лучников. Да, он сдалека не может себе пулять. Хорошо. Да, надо идти на... Ой. Попал головушку. Ты куда переходишь, а? Ой, сейчас еще один. Я могу вот так вот.
Ай. Давай, умирай. Эй, ты куда ушел? Ой. Он ушел вон. Опять не ту кнопку нажал. В общем, все, у меня максимум людей. Сейчас они спамятся, я больше не могу никого спамить. Тут она особо. Оп. Оп. Эй, что пополняешь? В Шахтёра попал. Давайте. Все, можем вот так уйти. Че меня сразу-то? Да, надо было круче ручку поставить. Так. Идем дальше. Открылся Убимак. Ну, знаете, он такой же... Ой, реклама. Реклама кончилась, но я все равно буду капитонов качать. Дерзкие земли. Освободите дерзкие земли. Мучностроевы и ярмечники объединили силы и жестоко правят дерзкими землями. Вы должны освободить жителей этой мирной страны и уничтожить эту мучностроевы и ярмечники. Тут, в принципе, все не так уж сложно. Тем более они некачественные. Не бросай копье. Хочу бросить его. Так они атакуют. Вот я тут собрал немного. Готовься к бою. Ну душу вон. Ну идите в атаку. Так. Так вот. Держите лучнострелы. Подарочек. А, не докинул. Еще одна лучника. Кидайся, давай. Теперь не хочешь кидаться. Подкрепление. Так в оборону ходим. Нет, вот так вот все-таки идем. Так, ой, ой, ой. Ой.
можно вот так вот прицепить? Ты убил моего лучника, за это плачешься. Да погодите! Паблика намыла! Паблика намыла! Как уничтожаем их? Пошли. Так хоть бы вылез. Угу. У тебя намыло хотя. Так, статуя, уничтожайся. Так, мы уничтожили статую, пока не так уж сложно. Да? Вы выбили безжалостных лидеров терских земель. Но теперь ваша помощь нужна жителям Вествилда. Это опять реклама. Копье лучше. Вествилд. А что в Вествилде там? Освободите Вествилд. Лично стрелы капитан создали союз и ввели деспотические правила для жителей Вествилда. Освободите эти нейтральные земли. Уничтожить статую лично стрелы капитан. Он то же самое. А, не, у них статуя капитана. Ой. Он же вот так сейчас не пойдет. Да, он не пошел вот так. Знаешь, что он делает? Мячик. Чувак. Сейчас буду только спамить их. Капитонов только. Ой, не в атак прошли. О, вы зря. Да иди ты криворукий. Чё вы стоите тут, а? Так, давайте вот так идем. Я могу на вражеской базе копье взять? Не, не могу. Ой, ты кто такой, а? Давайте бьем ее. Они меня даже не бьют, мы сдерживаем все. Все, я уничтожу. Вы освободили еще. Ой, вы освободили еще одну нацию. Враг сбежал в ледяные холмы. Вам придется отправиться в опасный путь. Я уронил смартфон. Опять реклама. Ой, что это, блин, интернет выключу просто. Все. Все.
золото, секунду золото. Ну, кого-то прокачает. Ну, не знаю, кого. Практически стрелы, я иногда им пользуюсь. Безлюдная земля, да, называется. Безлюдная земля. Говорят, что коренные жители безлюдной земли гигантские монстры. Ого, я с ним буду воевать. Это дуболом или нет? Я не понимаю. Ну, кажется, это будет гигант, потому что у них часа из 4 шахтера вышло. Вот как они уже накопили? Он сейчас на меня пойдет, да? Да. Так, все куплю. Капитан. Ой, мне же доходит. Чусь он дамажит. По барону. На тебе. Чтоб он башню нашу не бил. Я знаю, копьями надо. Ну, блядь. Ну не жесткий. Да кидай ты, метай копье. Один шахтер остался. И еще один идет. А, у меня есть план. И вы пока там идите. А я пытаюсь пробраться. Да, у меня получилось. А что ты за мной идешь, а? Он обнаружил то, что я тут. Их надо уничтожить, их шахтер. Убить. Да, умирай, башня. Ой, это шахтер. Да чё я? Ты не донесешь деньги. Ты деньги не донесешь. Мне кажется, кончились шахтеры, да? Да. Ты не спишь? Гад. Спел. Так идем в атаку, ребята. То они меня тут зажали. Они меня зажали. Гиганты жесткие довольно. Ничего себе, я ему в голову попал. Так, шахтер надо убить. Да умирай ты.
Все. Теперь бьем ваш. Да-да-да, подкрепление. Как же иначе? Здесь мы по такой же тактике. Надо убить сначала всех шахтеров. Уже больше, по идее, они только один раз подкрепление могут вызвать. Давайте вы пока там сражаетесь с ними. Ты смотри, он меня захотел. Ты не успеешь деньги отнести. Он успел. Да я хочу сам играть за него. На. Так, нужно подкрепление вызвать. Небольшое такое. Эй, шахтер, ты что тут делаешь? Они там пока сражаются, а я буду бить башню. Все равно они даже не замечают этого. Не, ну я нашел тактику главное. Так что это не так уж сложно было, чем на первом взгляд. Ну все, победа. Мы, может быть, сегодня пройдем всю игру, но это не точно. Вы победили варварских жителей безлюдных земель. Гиганты могут быть полезны в будущих битвах. Капитан вообще офигенный. Так, еще лучника прокачаю. Так, что там? Засада. Ваша армия была атакована аборигенами. Опять абориген. Надо продержаться. Но капитан надо вначале спавнить. Пахать шахтеров заставляю. В том числе я тоже пахаю тут. Вот если бы деньги бы. Ой, аборигены уже напали. Они с дубинками. У них даже мечей нет. Упс. Да я думаю, я хочу. О, гигант, ты тут что делаешь? Эй, ты. Бей меня. А у нее, по-моему, меньше хп. Вот в чем. Плюс. Давай, отходи. Да-да-да-да, вот так вот, вот так вот. Молодец. Молодец. Так, копье кинь. На тебе. У нее огромное копье. Оно было маленькое, оно увеличилось. Это баг года. Это было неожиданно. Ой, 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 там еще одна партия идет. Так, бери копье. Оно тебе еще понадобится. На тебе. Да как? Он прям в него влетел. Чё? Там еще один гигант. А, нет, кактус был. Чё, меня сразу, я сзади подошел, меня сразу бьют. Он на меня не обращает внимания. Ой, тут еще. Так, давайте. О, это все было? Вы серьезно? Вы мастер защиты от нападений и засады. Вы герой империи порядка. Но битва еще не закончена.
та. Ну давайте замковых ручников прокачаем. Ледяной холм. Ледяной холм. Мы нашли лагерь элитных предводителей врага. Элитка, да? Ой, капитоны на статуе нарисованы. Мне кажется, это не очень хорошо. Ух, слава богу, он не захотел начинать идти. А как они накопили уже денег на два? Еще один у них, уже три капитана у них. А, нет, это мечник. Ой, они в атаку пошли. В оборону идем. Он у меня прокачанный. В защиту идем. Что это такое сейчас было? На тебе. На тебе. Кто тебя с фланга пошел, понял? Бедных шахтеров убиваешь. Так, надо как... Почему я подобрать копье не могу, мертвого? У них же гигантов, по идее, нет. У них только они, то есть... Как в том союзе. Сейчас сыромечники пойдут, да? Давайте. Идите на меня. Это что такое? Почему у тебя щит? Что это такое? Почему я сам первый щит? Объясните мне, а? Почему у нее самый первый щит? Почему? Или у него щит украли? Видимо, у него щит украли. Так, идите вот так. А, у них еще и лучники есть. Идем. Они ходят в оборону. Так бьем статую. Подкрепление. А чё ей главное подкрепление? А, ну вы там сражаетесь. Я пока тут шахтеров поубиваю. Давайте шахтеров побивать. То они что для них? Золото копают. Еще у них и маги. Но мага надо бить. Это однозначно. Блин, ну вот это жестко довольно уже. Вот вначале они были не очень жесткими, а потом подкрепление пришло. Подкрепление было жесткое.